22 января на спортивном переулке автомобилем Volkswagen сбит 10-летний мальчик. Ребенок перебегал дорогу вне зоны действия пешеходного перехода. Обзор водителю закрыл стоящий автомобиль, из-за которого и выбежал мальчик. Заметим, до пешеходной зебры было около 30 метров. По данным сотрудников ГИБДД, мальчик получил неопасные для жизни травмы. Водитель автомобиля трезв. В тот же день, 22 января, на первом переулке Вагонников пострадал еще один ребенок. 6-летнего мальчика сбила «Тойота». Ребенок переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Обращаемся к водителям. Будьте предельно внимательны на дороге. 22 января в Заволжском районном суде продолжилось рассмотрение уголовного дела в отношении двух граждан Узбекистана, обвиняемых в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. Подсудимые были задержаны 16 мая 2019 года сотрудниками Управления наркоконтроля регионального ОМВД. В ходе личного досмотра у одного из подсудимых обнаружен и изъят 181 сверток с наркотиками, в том числе героином. У второго 121 сверток. В переводе на деньги сумма изъятого составила почти 1,5 миллиона рублей. Пакеты с наркотиками один из обвиняемых, по мнению следствия, забрал из ведра около мусорных контейнеров, расположенных у трансформаторной подстанции в Заволжском районе Твери, и хранил при себе с целью дальнейшего незаконного сбыта. Подсудимые свою вину отрицают. О вердикте суда сообщим в следующих выпусках патрульной службы. Тверскими оперативниками и следователями 21 января задержан мужчина, обвиняемый в убийстве с применением огнестрельного оружия, совершенном почти 6 лет назад. Весной 2014 года в Благовском районе области обвиняемый несколько раз выстрелил в своего знакомого на почве внезапно возникшей личной неприязни. Потерпевший скончался в больнице. Благодаря тесному взаимодействию следователей и криминалистов Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области, с сотрудниками УМВД России по Тверской области, оперативности исследования получаемой информации и слаженности работы указанных правоохранительных ведомств было установлено лицо, причастное к совершению данного преступления, добыты неопровержимые доказательства его вины, изобличающие его преступную деятельность. Проделана огромная и кропотливая работа, направленная на выяснение всех обстоятельств произошедшего преступления. Установлено и допрошено значительное количество свидетелей и очевидцев случившегося. Проведены осмотры места происшествия, комплекс судебных экспертиз, выполнен большой объем следственных и иных процессуальных действий. Добытые следственным путем доказательства позволили следственным органам СКР предъявить фигуранту заочное обвинение в совершении преступления, после чего суд удовлетворил ходатайство следователя СКР и избрал в отношении мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу. Последний был объявлен в международный розыск. На протяжении практически 6 лет сотрудниками Управления уголовного розыска УМВД России по Тверской области на постоянной основе проводились оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения обвиняемого, в результате которых 21 января 2020 года местонахождение лица было установлено и последний был доставлен к следователю СКР на допрос. В ходе допроса мужчина частично признал вину по предъявленному обвинению. Преступление, в совершении которого обвиняется фигурант, относится к категории особо тяжких. Уголовное наказание по этой статье предусматривает безальтернативное лишение свободы. Расследование уголовного дела, направленное на закрепление доказательственной базы, продолжается. Напомним, в Следственном управлении Регионального следственного комитета на протяжении многих лет эффективно работает группа по анализу и раскрытию преступлений прошлых лет, в которую входят квалифицированные следователи Следственного комитета, криминалисты Следственного управления, ветераны следственных органов, а также оперативные сотрудники полиции.